Мы прибыли раньше всех. Предлагаю позже встретиться в зале совета. К тому времени мы соберем всех участников. Эй, погоди минуту. Ты когда-то был знаменитым капитаном. Ты наверняка слышал обо мне. Я легендарный капитан Джек Воробей. Я здесь по важному делу, стараюсь ради всех пиратов. Смекаешь? Есть у кого-нибудь ром? Я бы с удовольствием... Мне казалось, что ром тебе нужен для притупления вкусовых ощущений, которые у тебя и так отсутствуют. В таком случае можешь забрать его себе. Как же здорово быть пиратом. Здесь, я так и знал. Джек, не хватает еще твоих главарей. К тому же Беккет заслал своих людей в город. Нужно собрать совет как можно быстрее. Есть у кого-нибудь дом? Я бы с удовольствием закатил. Где бы найти... Сыграешь со мной в кости, амиго? Перекинемся в картишки, приятель. Ставлю. Ладно, отвечаю. Думаю, я отвечу. Вот как? Чек. Вот как? Чек. Чек. А, поднимаю. Поднимаю. Ставлю. Я выхожу из игры. Ставка. Ладно, чек. Чек. Пора поднять ставки. Ставка. Моя игра закончена. Наверное, я подниму. Кажется, пора поднять ставки. Моя игра закончена. Послушай, здесь случайно не водится главарь пиратов? Вообще да, но он тут, в общем, он не принимает посетителей. У меня к главарям пиратов есть важное дело. Смекаешь? Ты оглох, что ли? Сказано, он не принимает. Выметайся отсюда, пока я не проткнул твою тушу. Приму это пока что за комплимент. Но, если честно, я всегда говорю только правду, боюсь, что мне позарез необходим главарь пиратов. С удовольствием тебя убью. Смотри-ка, я не совсем заржавел в этом каземате. Полундра! Бросаем корабль, идем ко... Джек Воробей? Капитан Джек Воробей, а вот ты опаздываешь на совет. Должны быть все главари. Мы не в море. Пока что нет. Собирайся на совет. Конечно, совета не будет без... Знаю.
без великого капитана Амонда. Ничего нового, они нападают, я убиваю. Такая подумай, прежде чем нападать на Джека Воробья. Здоровье? Фортуна любит храбрецов. Передай дублон парням возле русалки. Снова ты? Какого черта тебе надо, пес шелудивый? Послушай, здесь случайно не водится главарь пиратов? Я занят, в отличие от некоторых корабельных крыс. Есть пиратская монетка для скорейшего освежения памяти. А, золотой дублон. Что ж ты мне раньше не сказал, дружище? Спасибо за дублон, а теперь убирайся отсюда. Гнусный ублюдок. Когда ж я научусь не верить пиратам?
Боль и смерть. Вот твоя судьба. Я разочарован. Очень разочарован. Сегодня просто не твой день, дружище. Я слишком хорош для простых смертных. Кажется, я прибыл как раз вовремя. Знаешь, я думал, что мне вот-вот настанет каюк. Мне очень приятно, но тебе необходимо быть в зале совета. Без тебя совет не начнется. Тебе пора. Идти в зал совета лучше всего по ступенькам и побыстрее.